Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Не самый супер-пупер инженер, вот этот, наверное, чудеса дает, но в моем случае он очень нужен мне в Мадриде. Ой. Прям в центре города. Сначала, наверное, театральную площадь давайте поставим. Осталось еще для полного комплекта, чтобы грек объявил войну. Прям чтобы это. Каждому по городу. Не, ну и Кента не возьмешь, там немец, там все. Ну, и Кента, я там долго очень вывозил, честно. Ну, да, потому что там местность. Да, это, кстати, самый лучший город, наверное, из всех. Ой, по инфраструктуре, наверное. Там еще вот эти бедные из-за того, что куча поинтов. Убить рыцарем. Вот так, чтобы ускорить военную науку. Артём, а что делает твоя кавалерия, если ты не ливан? Атакует. Экскурсия, может. Я, честно говоря, мне не нравится, что ты хочешь забрать Ереван. А он буферная зона между нами. Между двумя и тремя даже. А, нет, два. Если его войска пойдут не на Ереван. С другой стороны, Буэнос-Айрес. По месте Грек обратил внимание, что Трипхуана уже в танках. Нет, не в танк. Я не представляю, как Фантом с его наукой мог вас так опередить и в танки выйти раньше всех вас. Не-не-не, это не танки, ребята. Это муляжи. Я вроде как морской игрок. Да, я тоже думаю, что это подводные лодки. Лёша, ты бы разобрался с лагерьком над Валенсией. А, окей. Немец, сейчас убьете Вадиаза. Мы с тобой заключим экономический союзник, мне освободиться. Ну не знаю. У меня столько армий, куда-то надо ее деть. Так, давайте с Фантомом дружбу посмотрим. Ну то что-то ты халявишь. Не хочет ли он на меня под лодками идти? Почему? Строй. Вот откуда у русского столько веры. Собор Святой Софии строит. Но я, правда, наверное, раньше его закончу. Вряд ли он быстро его построит. Или быть сюзереном Буэнос-Айреса. А я хочу быть сюзереном Буэнос-Айреса. Это с тобой прикупаешь? Нет. Мы с тобой договорились. Я, по-моему, себя не трогаю, ты с тобой не трогаешь. Я его квест выполнил. Так, проповедую верование. Индустриализация открыта. Дальше идем в химию. Что возьмем? Культура. Каждый, когда я впервые... Деньги. Плюс 2 к веры от каждого города другой цивилизации. Города, государства, вообще. Ну, вот эту неплохо. Это так. Давай, отправляйте посла.
Он добавляет в этом город. Когда вы отправляете посла в город государство, он добавляет в этом городе государство 12 единиц религиозного. 200 единиц религиозного влияния. Это интересно. Так, и какое-то здание надо выбрать. Давайте вот этот храм огня. Ой, не храм огня, а примат папы возьмем. Интересно посмотреть. Насколько это влияние будет работать. Вот если бы Андрей буквально два хода потерпел бы цель куры, то получил бы там Петру еще в подарок. Ну да. Нетерпеливый это... Андрей. Да. Она там уже почти достроилась. Буквально там два хода оставалось. Позволяет строить соборы. Я забыл. Я как-то гурдвары. Защищал это, эти северные города и вылетел из головы, что она там почти достроилась. А, вот я бы ступу хотел взять, но видите, уже кто-то взял. Две науки, жилье, производство, ячейка религиозного искусства. Плюс один к распространению. Ну давайте мечети, ладно. Ну, если подождешь еще немного, то мой стрелец вас закончит. Эксперименты с обогащением урана. Так, тут фабрика уже действует, поэтому давайте строителей фигачить. Где карточка на бипланы, Алексей? Что-что? Карточка на випланы где? Такой его нет? Нет, на самолеты есть же какая-то карточка. Ну только в демократии, но это уже на новое время и... Ну да, так и есть. А пораньше? Нету пораньше. На самолет особо никто и не идет. Во многом, потому что их надо строить с нуля, а не улучшать. И карточка поздно. Да самолеты вообще здесь так себе, это или если честно. Это да. Самолеты это тема, ребята, тема. Почему? Им хорошо от танков отделаться. Так, что у нас? Ну, по счету мы вряд ли тут сможем выиграть. А вот... По науке все-таки надо будет постараться. Так, что мы тут еще? Блин, не хочу я здесь гавань строить в этом городе, потому что я ошибся с расположением районов. Вот театральную площадь можно. Мне надо Кумаси, видимо, будет отправить сланников.
Алексей, ты все караваны в Астрахани отправил? А он у меня был просто только один виден, когда у нас война с немцем началась, я мог только в Астрахани. Астрахань довольна. Блин, арбузы туда хорошие. Там Астрахань немного без арбузов, кажется, в этот раз. Ну да, с учетом ее расположения, такие арбузы. Мелкие и не сладкие. Пошли распространять религию. Настоящие северные, точнее южные арбузы. Ну, кстати, географически, если не считать вот этой тундры, весьма правдоподобно Астрахань расположена прям в заливе, в Каспии. Без реки, без Волги, ты что? Ну, это уже в частности. Будем тут контролировать территорию. Патрулировать. Так, ну что, в Сарагосе все вырублено. В Картахену, наверное, давайте. Переводить. Да. За столицу и за полный вынос. За полный вынос, по-моему, 4 или 5 очков дают. За столицу не помню. Столица 5. Еще ты живешь. Да ладно, так, отпусти уже меня. И дай хотя бы одного казака убить. А то я по ним стреляю, стреляю, они убегают, убегают. Это что за ненависть к социальной группе казаков? Ну они меня обижают. Это под статью тянется. Ну я не то чтобы сильно отстаю. Это не сильное отставание. Вне закона у нас. При том, что у меня не так много кампусов. Ну а так и есть, что, разве нет? Делают, что хотят. О, я участвую в кризисе. Один союз с немцем. Так, наверное, уже скоро стоит открывать карточку на верфь 6 ходов. Может, здесь купить маяк, а верфь построить. Знаете что, я думаю, что уже надо открывать морскую традицию. Можно поставить только рядом. Мари. Ну, лучше вареный. Здоровее. Так, водяная мельница. А что, я вроде там бар хотел, не нифига, водяная мельница, тут нету. Ай, никаких. Так, фабрика сюда тоже пока действует. Нету смысла строить дворец Потала. Ну, давайте амбар. Сейчас занят пока. Центральная площадь. Вот плюс 2 рядом.
Нормально. Где мне еще 4 очка набрать за доходы, ребят, скажите. Убрал каравеллу. Великих людей купить. Так, Магнуса. Я забыл, что артефакты добавляют каждое очко, а не только первый. И Мокшу тогда... Нет, в Сарагосу обратно. Давайте в Сарагосу. А что, какие там прокачки вообще у Мокши есть? 10 к религиозной силе в теологической баталии на клетках города. Ну... В моей ситуации, по-моему, так себе. У меня аж 2 угля здесь. Девятьсот. Блин, детка, 912 золота в Риме можно украсть. 900. Сколько? 912. Каким образом? Не знаю, мне пишет 912. Я не знаю, что ты там такое сделал. Я ничего не делал. Там, наверное, куча караванов или оттуда, или туда ходит, я так понимаю. Им ходят мои караваны. 4 штуки. Кстати, а чего ты не поставил карточку на +2/+2 так караванчиком? Я ставил, но мне надо было поменять, чтобы этих слов заслать. Сейчас у меня откроется, я поставлю обратно. К городам 3 немецких и 4 русских бегают. Нормально. Игорь, как насчет того, чтобы ты не брал Ереван, а я тебе дам парочку ресурсов? Инвиктус, когда у тебя там союз освободится? Инвиктус, прием. Наверное, освободился. Кидай. Грек. Это кто? Германия. Ну все, я не успел все-таки, София. Спасибо за игру. Все, спасибо за игру. Спасибо. Все клево. Блин, сколько мне там оставалось? Надо было ускорить, я думаю. Так, давайте гавань в Мадриде. Расскажите потом, кто выиграл. Пока. Блин. Немец, предложение. Не хватает 2 очка для выхода в золотой век. Чарка. Прям ведь исчезли английские. Знаешь, ты мог заключить со мной союз, у нас была бы общая видимость. Ты открыл бы пару чудес, получил бы очки. Что ты мне сейчас говоришь про это? Ну, потому что у меня была такая же ситуация, а ты отказался заключать союз. Мне одного очка не хватало. А это только при союзе или тоже при дружбе? Нет, только при союзе, да? При союзе.
Но ты отказался. Да у тебя и так все хорошо. Владис решил вернуться. Да не, я тут с Дискордом разбираюсь, как это из этого, из канала выйти. Ну, в смысле, из чата. Из какого чата? Ты ж вышел только что и вернулся обратно. Не, я вообще из Дискорда вышел. А как выйти именно из комнаты? Ну, просто вот там, где ник у тебя внизу слева в Дискорде, там как бы отключить, подключиться и все, и ты отключаешься. Да вот сам ты делал. Значок не вижу. С крестиком. В строке, где написано голосовая связь подключена. А, вон оно что. Все, спасибо. Так, вместо чего мы, наверное, вместо новые строители получают бонус. Сейчас еще и посла получу. Привет, и тут один посол, и я отправлю в Кумаси. Кто-то хочет, чтобы буду культурку получать. Давайте дам два ресурса. Что у нас тут вообще идет? Так, 240. Ты его оставишь в покое. Опять же, по науке я не сильно отстаю. Вот эти у нас 4 лидера. Это мы надо подумать. С немцем и индонезийцем отстающие. По культуре. Да, ну, по культуре здесь очень конкретно Рим и Грек шпарят. Грек вышел. Наверное, пульс паровой машины. Какие у нас карточки тут есть? Черные. Изоляционизм. Плюс 50% от каждой биржи, плюс 25% производства каждой фары, на минус 2 довольства. Ну, сейчас надо глянуть, что у нас по довольству. Но сначала поставим ту карточку, морская инфраструктура, вместо строителей. Так, ну только какой тут подальше. Там мне вообще бегают караваны. Куча в Астрахань и один в Кри. Ну, надо, наверное, в Дортмунд, чтобы до российских добегало. Блин, я хочу в Гамбург. Побольше будет давать. Ну да, в Гамбург будет тогда добегать до Кри, наверное. Блин, нет, надо в Дортмунд. У меня с русским экономический союз. Так, давайте отправим Кумаси. Еще и задание какое-то выполнил у Кумаси. А так, торговый путь Ереван нет, обращение в веру нет, военный лагерь нет. Великий флотоводец скоро будет, кстати. Паровой двигатель озарения, экономика озарения. Давайте глянем, что там требуется. Паровой двигатель, две верфи будет, кстати, будет. Экономика, два банка. Тоже можно, поэтому давайте банк, наверное, строить. Торговый путь великого художника. Нарезные... Ну, мне кабул нафиг нужен. Давайте тут банк тогда строить. И здесь банк. И уже один банк тут построен. Поэтому... Еще строителей. Хотя уже сейчас будет на 4. У меня и так строителей дофига. На самом деле... Давайте тут, наверное... Может, карточку, блин, на каперов поставить и каперов поднастроить?
Давайте канализацию. Да, я все-таки возьму его, а с тобой мне нужно союз заключу. Ускорение. Надо для демократии. Следующим ходом поставлю карточку. Не, союз это так, не очень уверен, что это хорошая идея. Вот, Ереван взял, напряженность нарастается. Восемь городов. Ну сейчас, наверное, русский должен, мне кажется, как-то улететь. Но с другой стороны, взял самого слабого, мне кажется, участника парни. То есть, ну, не повезло Нуби с местом. И он почему-то не воспользовался. Кри, что думаешь? Возможностью нападать на кого-нибудь. У тебя есть возможность его освободить, потому что я не могу его освободить. Хз. Тогда если ты не сможешь, зачем он? Ему дарить деньги. У меня есть армия, но там бодаться буду долго. Если ты сможешь его освободить, есть смысл. Нет, тогда нет смысла. Рим, ты что хочешь? Город с населением 15. Давай сделаем, знаешь как? Я снимаю союз кризисный. Ты передаешь мне Ереван, и я тебе отсыпаю половину золота. Нельзя города передавать? Или ты просто захватываешь его? Ну, могу захватывать, могу может просто торговлей. Какая разница? Нет, торговли нельзя. Давай, ладно. Ну давайте, наверное. Давайте будем воевать. Юнитов возрождения промышленных каперов настроим. Тимплей, абуз. Потому что подводные лодки тут в любом случае это нужны. Кажется, да? Ну смотри, я принимаю вот этот кризисный союз. Мы 10 ходов терпим. Ну как бы не деремся и так далее. Потом заключаем мир на условиях, что Ереван отдается мне. Я его освобождаю, получаю за это 2000 золота, даю тебе половину этого золота и ресурсы обещанные. Давай. Так, тут надо будет леса вырубать. Вот тут миссия отличное дело, потому что рядом с кампусом она тогда дает науку. Рядом с этой, кстати, вот тут можно миссию поставить, между прочим. Будет круче, она будет культуру давать. Какая у тебя прекрасная религия. А мне не занесешь? Это кому это? Да, на изи. Это будет тяжко, потому что у меня веры почти нет сейчас. Ну я еще себе-то ее не разнес, если ты заметишь. Ну да, я вижу. Ну я так, если что, я не против. Нет религии. Русский, да, это тоже мир религии русский. Так, а где у меня там еще сидит, когда он... Ну-ка, один ход будет... Интересно, украду я реально столько бабок, сколько было написано у Рима. Каперы будет строить. Верфи.
Это все на производство верфи. Это тут я, конечно, построю, могу строить корабли, но их никак не могу вывести в внешнее море, поэтому. А там, в принципе, даже по восстанию смысл отвалится. Стараться. Можно просто захватить его будет. А он не прервется тогда, квест? По-моему, вообще без разницы. Но почему? Там мощь стен будет ниже. Не удалось украсть бабло. 1000. Пингалу на 100% очков великих людей. Где он у меня сидит? В Севилье. А, блин, а здесь все-таки веру почему-то дает. Вроде должен давать культуру за соседство. Непонятно. Так, науку тырить. Кто у нас там впереди? Инвиктус, Фантом, Грек. Ну, давайте, не знаю, давайте к Инвиктусу отправим. Гачим каперы. А, лаборатория открылась. Можно и лаборатории сделать. 660 монет. Рима, против кого эти армады фрегатов? А, просто меня начало смущать, что у меня очень мало войск, меня могут приплыть и захватить, кто хочет. А кто хочет? Я не знаю, но вдруг кто захочет. Фантом, ты хочешь? Это мое лучшее. Лучше, в таком случае они будут. Я вообще никого захватить не могу. Потому что, ну, у меня все города на море. Вот меня действительно может. Кто хочет приплыть, кто хочет прийти. Интересно, кто к тебе может прийти? Кто угодно. Да, к тебе. Да, к тебе. Только если грек на твои эти барусы тубан. Ну, такие на остальные города спокойненько. Ну, слушай, тебе как бы грех жаловаться на место, потому что у тебя как раз специальное такое место для твоей Индонезии. Такая вот типичная изрезанная водой. Водой? Гор нет, вот это только претензия единственная, а так мне место нравится. У тебя есть, ну, кучу треугольников наставил, эти коммерции, гавани, еще будут. Вышел после героического в золотой. Одного очка не хватило, представляете? Там получше бы с наукой. Так, мне бы в героический теперь. Кстати. Надо чудеса строить. Ну сейчас я вот эти гавани построю. Хватил, но биться у него наука сразу 311. У меня все карточки стоят на науку, так скажем. У всех все стоят. Но я долгое время очень отстал.
Кстати, русского только немец может освободить. Почему? У тебя тоже к нему проход есть. Тем более у тебя есть самолеты, ты там самолеты строишь. Нет, ответ ко всему. А грек? А что ты грека списываешь? У грека как раз лучше всего проход. Так, смотрим, сколько тут производства идет. Сделай мне свою религию. 8. Хорошо. Индейцы-католики. Валет тут-то за что? Так, у нас там союзы 9 ходов, Кри 9 ходов, немец 16. Я что-то это вылетел случайно. Ни о чем не общались в важном. Нет, только говорили, что русский может на тебя напасть. Алексей предлагал тебя распилить. Да, я говорю, русский, давай ты с одной стороны, а я с другой. Нет, да, ты говорил так, давай я сверху, он снизу. Да, да. Ну, русский, если что, ты максимум 2 города сможешь взять. Я не собирался. Я знаю, тут не пройти, потому что... Да, русский так силен уже. Я думаю, надо немцу готовиться танками. Ну, я буду защищаться. Ну, твои ветры это ничего не сделают. Слушайте, а если историческое место это в лесу, допустим, стоит, если я заберу его, то лес останется? Ну да. Да. Спасибо.
Ого, я даже не знал, что можно шедевр вырвать. Я, кстати, думаю, что вот эти цифры, это они проекты делают. Особенно русские. Тут надо заканчивать это вот все строительство и тоже взяться за проекты. Кстати, обратите внимание, что немец, вот я вам рассказывал про ромашку, что вокруг ставят обычно кампусы и коммерческие районы, но не немцы. При игре за Германию вокруг ставят именно ганзы. Видите, у него ганзы дают 16 производства, потому что для немца важнее ганзам выдавать бонус. Бонус за соседство, чем кампусом, потому что они будут потом проекты в этих ганзах делать и восполнять свою науку. 16-18 производства, смотрите. В сравнении с моей, там, 3 производства, ну, с любыми, не знаю, там, давайте возьмем. Даже моя крутая ганза, 5 всего, не ганза, а промышленная, 5, да, вот, ну, Кри, 3. Сами понимаете. Где тут у Рима, давайте вот давайте посмотрим. 8. А, смотрите, у Рима 8. А, ну это. Тьфу ты, это же с карточкой за соседство. 5. А где у меня моя карточка за соседство? Вот, бонус сосед, промышленно. Надо ставить. Надо бонус от соседства для кампуса. Это вот это убирать. И ставить. Эту карточку уже два хода, наверное, национализм подождем. Блин, а че караван-то перестали быть? Потому что кончился золотой век на золото. Странно, неужели только... Слушайте, а эти миссии, они как работают у испанцев? Когда они там дают еще всякие... Ну, всякие, типа, не только веру, но там, науку. На другом континенте. А, нет, только, блин. Я, честно говоря, думал, что если строишь вот там у... коммерческого района, то оно золото дает, у театральной площади культуру, оказывается, нет. Только если рядом с кампусом, то дает науку. Блин. Только рядом с кампусом что-то дает. Вот тут тогда можно миссии еще построить. Хотя бы нефть есть. Было бы странно, у меня в тундре и пустыне есть, а нефти не было бы. Все только две штуки на самом деле. До конца назад должен успеть это чудо построить. Давайте купим да, мастерскую. Не, ну вот это на территории пустыни. Думаю я, строить тут не строить.
Немец, походу, тоже прям в космопорты идет. О, 660. Блин, наверное, Фантом перестал отправлять караваны в Рим. Я только 660 монет украл, а не 900, как писало. Ну, почти 1000. Ну, вообще нет. Как бегало 3 штуки, так и бегает. Так, 2 посла. Может, что кончился за 2 век меньше приход золота получился? Возможно. Но оно писало еще, по-моему, я правда не помню, был тогда уже золотой век или конь. Уже сколько, ходов 12 прошло после конца? 15. Знаете, наверное, в Кумасе. Потому что у меня явно я по культуре отстаю. А мне нужна культура. Да блин. Там построены всякие археологические музеи, художественные музеи. Ну это говняный торговец, пускай грек берет. А у тебя ресурсы какие-то на обмен будут? Так, там у грека уже 1/10 на культуру накоплено. Следите. А он где-то культуре может сопротивляться. Есть чай? Я не вижу для чая. Есть, есть. Так, давайте Магнуса дальше пересаживать в Валенсию, может. А, стоп, вот еще у меня вырубка. Рим приложил. Че, че, что есть? Может, ты будешь? Я нажимаю на сеть, есть чай. Чай? Да, чай, у тебя есть один. Есть тебе чай? У тебя нет чая. А вон чай около Мироя. А, это да. Новый. Ау. Виртуса. Украине тоже чай, по-моему. Так, сколько у меня художественных, сколько археологических. Так, археологический раз. Тут ничего. Соль кому-нибудь нужна? Ничего. Ничего. Один археологический только. Значит, художественный тогда. Да, нужна будет. Сейчас в промышленных масштабах начну разрабатывать. Тут под Нижним Новгородом 4 штуки есть. Просто раньше ты это не сделал. Там не надо было. Сколько мне капер? Слышь, дай 2 еды, на прекрасно. Я думаю... Не так прекрасно, как пятый, но все равно хорошо. Я думаю, штук 6. Типа и 2 армады сделать, и все, и будет достаточно подлодок, если я хочу что-то бросать, кидать.
Русский Кри предложение. Что-то сегодня такой-то дружелюбный. Да немец не дал себя взять. Гад. Немец не дал меня взять? Себя, себя. А, себя. Надо Виктус, у тебя такая карточку. Варваров под мак. Во-первых, жизнь, на... в промышленную зону вместо кампуса. Во-вторых, на апгрейд юнитов хочу армады тут, ну, корпуса сделать. Че там грех, хочешь с ним повоевать? Нет, пока. А жду подводишь. Да, она у него там давно стоит. Кстати, у меня скоро броненосец будет. Можно уже каравеллу будет апнуть и ускорить сталеварение тогда. Сколько там осталось? 23 хода. Не, ну должен героически выходить. Одна культура, 185 науки. Ну, надо... Блин, надо вот это чудо... Блин, ну, я не знаю, чудо надо. И вроде как проекты лучше проводить уже. У народа тут явно он 260. Культура... Ну, вот Рим с греком, конечно, по культуре очень хороши. Остальные... Более-менее со мной. Синтетические материалы добыты. Вообще, во. Нормально. Синтетические материалы, это круто. Так вышло, что до сих пор не построен собор Василия Блаженного. Видимо, никому не надо. Так, ускорили мобилизацию. Опять меня Буэнос-Айрес перекупает кто-то. Не, ну сюда надо... Одного послал, потому что это куча счастья дается, а счастье это, соответственно, влияет на развитие. Особенно мне спингалой надо проводить всякие проекты. Так, а где у нас еще улучшение для губернаторов? Я слишком, не посадил. Ворует что-то. Да, науку. Не деньги же, деньги это в Рим. Блин, там русская подлодка уже плавает, или мне показалось? Что? Копер обычно. А, ну да. Не, я слишком долго старался. Рим, браток, мы же с тобой будем дружить? Кто это говорит-то?
3. А мы разве не дружим? Ну, в дальнейшем будем с тобой дружить. Естественно. Нету сейчас уже смысла распространять религию, честно говоря. Я думаю, что надо сейчас веру хранить для покупки великих людей. Ну, это фигня. Флотоводец. Такое себе. Слушайте, интересно, а почему у некоторых великих людей написано «нельзя нанять», при том, что... Ну вот для примера просто, вот великий полководец, посмотрите, там на первом месте немец, а я на втором. И у меня нету даже кнопки, типа, там, за деньги купить или за веру, хотя у всех остальных есть. Там же написано. Что? Civilizations has an active claim on his great person. Это же ни у кого не указано. Так а как? А как, если никто не достиг? Я не очень понимаю. Ну, видимо, кто-то достиг, но... Или богомол, что-то не знаю. Тут он ближайший немец, который может только если через ход... Да, через ход только... Ну, давайте подождем, посмотрим. Нет, я могу предложить, что кто-то купил его. Ну так он же сразу тогда покупается, нет? Да. Странно все это. Предельно. Где у нас археологи? Естественные истории. Две полевых пушки для выжженной земли. Не, пойдем в естественную историю. Потом. Ну, кстати, арбалеты можно в пушке и апнуть. Я что, не открыл пушки? А, ну да, я по верхней ветке радостно несусь в космопорт. Есть производство. Отлично. Маленький прирост вообще. Пишет, так, промышленная зона, это у нас... А, нету фабрик. Надо купить. Вот отсюда фабрика на Сарагосу и Валенсию работает. Кампус бы здесь, но... Кому? Подождите. Кому соль?
Давайте, наверное, шпиона. И кому соль нужна? Наверное, мне. Соль всем нужна. Ну, сейчас еще одна будет через пару побед. Блин, так не хочется тут центр коммерции ставить. Вот такой крутой. Ладно. Давай. Торговать с кем-то, видимо. Слонов у меня точно нет. Окей, нечего взять. Соль. Шоколад, жемчуг и табак у него есть, вот блин. А мрамором я, по-моему, уже торгую с Римом. Да. Только слоны остались. Варенье ускорили. Грех, предложение. Ты греку, да, скинул? Не понял. У греков все больше туристов. Что еще раз? Туристы. Мне чуть не открыт ни одно предложение. Ну, подожди, как бы ладно, десятая так и осталась пока. Она десятая была? Да. Когда я смотрел первый раз, там было 8 на 80. Сейчас я смотрю 11 на 105. Ну, это я сейчас этих получаю. Тут, конечно, он где-то должен. Что там с Ереваном делает? 274. Блин, мне очень надо выходить в героический век. Поэтому только 10 ходов осталось и... Семнадцать очков, да? Людей. О! Вот ауз. Ну, я его сразу использую. Еще великие люди. Немец генерала возьми. Написано, нельзя взять, почему? Ну-ка. А, слушайте, так это может с этим Снубией связано? Помните, есть же такой баг дебильный, что если выносят человека, который должен что-то там был взять, как-то так. Если его выносят, то все, он должен был как-то либо пропустить, либо взять этого генерала. Все, мы без генералов в этой игре в дальнейшем. Да, не очень-то и хотелось. Так, возможно, и без флотоводцев.
Нет, флотоводцы берутся. Я только взял прошлым ходом как раз. Блин, флотоводцы такие бесполезные. Какой ты пессимист, Фантом. Да, ну блин. Ну я взял я плюс взял... 50% за атаки с флангов. Что, плохой флотоводец? Вот это как раз неплохой. Плохие это, которые лояльно сдают городу. Плюс 2, плюс 4, плюс 6. Да господи, зачем оно мне надо? Сейф или что? Что? Да, надо, блин, для... точно. Мы же сейф договаривались. Давайте сейф. Греция дружит с Римом? Грек уже, наверное, скоро выйдет в расщеплении ядра. Ну, явно на Рим он сбрасывать уже не будет, что дружба... Я бы на его месте на всех троих сбросил. Тогда считай победой его. Ну, на Рим он уже не будет сбрасывать. Вы, кстати, помните про правило с этим, с проектом Манхэттен? За один ход до конца постройки проекта тот, кто его строит, сообщает об этом, чтобы не было этих откладывания производства на на ракеты. Так, давайте думать, что нам тут вообще светит и что нам надо делать. Ну, я в космопорт иду. Кстати, я гляну. Эти ребята не вышли ли никто? Космопорт случайно. Нет. Я, наверное, единственный. Но это очень рискованно, потому что ты не идешь по военной ветке, ты идешь по верхней ветке. Но мне надо еще тогда самолеты строить, аэропорты. 20 ходов, да? 30. Разве? Ну, кто там сейчас дружбу заключил? Наведите. Вот сейчас Рим и Грек включили дружбу. У вас там русский интерфейс или английский? Русский. У меня русский. А, тогда вам не будет написано. Вот это дебильно, что в русском интерфейсе не пишется, сколько длится дружба. Есть кто-нибудь у нас в игре, кто с английским интерфейсом? Есть. У тебя с кем-нибудь дружба недавно заключена была, нет? Была, нет. Не, так вот у тебя со мной заключена дружба. Посмотри, сколько осталось ходов. 5 ходов. Да, эта информация не помогла. Так, я вот думаю, что лабораторию строить или аэродром. Аэродром может помочь, если кто-то решит. Не, ну аэродром все равно стоит хотя бы ради ускорения. А тут вообще у меня уже и так ускорено. Тут 3 биплана надо. Две электростанции. Вообще как бы в космос выходить без электростанции странновато. Давайте мы... Подождите, а я еще строю каперы или я уже все построил? Я хотел 6 каперов сделать. Блин, что у меня тут вообще? Закончил. Лаборатория. Давайте еще каперы. У меня же стоит эта еще карточка. Нет, тут скидка на улучшение. Так, у меня одна армада, да? Но мне хотя бы 3 подлодки надо. Бомбарда, бомбарда. Ну да, еще 2 капера надо в любом случае. Ладно, давайте аэродром. Здесь. Нет, тут ферму лучше. Тут, так, тут значит, если Грек заключил дружбу с ним, то намечается раздел Индонезии, так что ли? Или Кри.
Нет, не трогайте Крей. Так, это все прошлые чудеса. Сколько осталось? У меня 9 ходов. Блин, мне надо в героический век выйти очень сильно. Может, мне чудо все-таки построить как? Петру мне негде строить. Монсен Мишель. Я один его так слышу. В пойме реки или на болоте? Нет, не один. У меня нету ни пойм реки, болото я, по-моему, все повырубал. Янский арсенал нельзя, великий Зимбабве рядом с центром коммерции. Рядом со скотом. Скот у меня, по-моему, вот тут только, да. Идем со исправительной площадью. Ну вот в Мадриде можно это чудо построить. Ну 10 ходов я не успею. И можно Ападану. 4 хода. Вот, наверное, Ападану стоит. Закончу лабораторию Ападану. Что со статуей свободы? Тут нельзя. Тут 9 ходов. Может, статую свободы лучше начать строить? Вместо каперов. Каперы-то и так уже есть. Строишь армию? Зачем? А ты подумай. А, думаешь, мне поможет армия? Вроде как их двоих. Вообще, да. Не, просто передай им города и все, и не воюй. Если ты грамотно расставишь ПТ-команды в этих проходах русских, то они не пройдут к тебе. Я русского не боюсь. Давайте теперь по городам пройдемся. Тут счастья не хватает. Арте пофиг на узкие проходы. Особенно за шариком. А у тебя есть арта? Я что-то не вижу у тебя арту. Я думаю, что у тебя есть арта. Ну, миксы и самолетики. Посмотрим только. На науку еще буду Виктор, переключать. Давай, я за тебя болею. Иди, помоги мне. Ну он тебе помогает тем, что болеет. И танки, езжай ко мне танками, будем отбиваться. А что, русские в союзе с греком? В дружбе. Или в союзе даже, да? В союзе. Да никто ни на кого нападает, не собирает. Так, науку увеличили. Что у нас со счастьем? Может, что-то поторговать можно? Да. Табак и... Так, а все уже ход закончили, да? Фиф, Андрей, у тебя что-то очень с этим, с микрофоном. Ход закончили? Нет, я сейчас заканчиваю. Так, что у нас тут с великими людьми? Немец, ты чего полководца не взял? Там этот баг же, помнишь? А, блин, точно. Он не берется. А, где у нас тут Магнус? В Валенсии, надо в Валенсии все вырубать. Гольм, Вавилон, Кумаси максимум дают. Но мне тут еще... Короче, мне надо в Буэнос-Айрес сюзереном становиться от этого у меня тут. Инвиктус предложение бросил. О, время демократии.
Давайте все-таки электричество сначала, а потом ракетостроение. Аэродром завершен. Три биплана нам надо. Блин, а стоит они сколько? Дороговато. Лабораторию. Археологический музей завершен. Лабораторию. Так, 254. 325, 323. 318. Ну, это проекты. Это проекты они выполняют. Я хочу лаборатории доделать. Тогда тоже. Ну, мне еще, видите, еще надо великих людей как-нибудь получить. Ну, от писателя получу. Так, что с культурой? Ну, я явно отстаю, поэтому выход первым в космопорт мне поможет хоть как-то попытаться здесь победить. Мне бы, конечно, до выхода в космопорт желательно со всеми продлить союзы. Так, 15 ходов с Кри. С Россией 15. 7 ходов. Вот мне, наверное, хода еще 5. Нет, 4 хода дружба с Индонезией. Мне бы продлить союз с немцем и... дружбу с Индонезией, потом еще заключить с немцем, и я на некоторое время буду обезопасен. Индонезия, союз с Римом и этим. О, нормально, из Рима 716 золота. Так, все, мне уже три биплана не надо. По-моему, круто, нет? Хотя все равно 910 круто. Было бы круче, но не дают. Так, три из трех. Ну-ка, где там наш римский парень? Он у нас похищение средств, вероятность побега и давайте время выполнения задания уменьшено. А науку я тырю у Кри, по-моему. Да. Похищение технологии, нейтрализовать губернатора и... срыв ракеты стоит, он не очень работает. Ладно, прокачаю. Вдруг пригодится. Кампус. Гавань. Банк. Промышленная зона. Театральную площадь. Расрядом. А что, за убийство лагеря варвару больше не дают очки эпохи? На этом этапе. А он у тебя в 6 клетках от города? В 5. Ну, значит, видимо, нет уже. В
Тут шпиона доделали. Что мне еще тут построить? Какое-нибудь чудо есть? Мавзолей нельзя. Джебель Баркал. Только в пустыне холмы. То есть Джебель Баркал и Петру я не могу вообще построить. Тут, кстати, было бы неплохо у меня Темпла Майор, но его уже, по-моему, Инвиктус построил. Да, вот он. Пригород. Ну, давайте пригород построим. По-моему, тоже даст очки эпохи, кстати. А еще очки эпохи даст 15 жителей. Вот тут Толедо. Фабрики. Эта фабрика действует и на эти города. Так, стоп, а на Карфаген нифига ничего не... Нет, действует фабрика. А, вот от Картахены. Так, ну, давайте лабораторию. Антон, первый ракетостроение сливал. Что? Что там Антон сделал? Фантом. А, Фантом заключил с вами обоими союзе в ракетостроение, ушел. Умница. Я просто пошел по верхней ветке. Фантом красопед. Конечно, красопед, блин, с греком и Римом заключил союз и ничего не боится. Ребят, знаете, сколько космопорт строится? Если он строится меньше 38 ходов, то можешь даже не говорить. Вот, ты проиграл игру, Антетка. Он строится 20 ходов. Ну, почему проиграл? Союз 20 ходов еще. Они через 20 ходов могут индонезийцы забросать ядерками. Тут надо смотреть, кто каких великих людей будет брать. 23. Но вообще на 133 ход уже вполне можно улететь, да. Так, давайте с немцем продлим союз. Немец предложение. Я думаю, что я не один такой умный, который хочет в ракетостроение выйти. Как видите, Фантом как минимум раньше меня это сделал. При том, что у него науки меньше. Ну, я думаю, что он размышляет абсолютно так же, как и я. Отстаешь по науке, это единственный вариант на победу. Я, пожалуй, откажусь. Нет, немец на меня хочет нападать. Русский, у тебя когда союз с немцем заканчивается? Не скоро, еще, по-моему, 10 ходов. Если немец на меня нападет, ты... Ну, немец на меня может только через 5 ходов напасть. Если немец на меня нападет, то ты потом на него нападешь? Если русский на меня нападет, то я сожгу его. У меня авиации уже очень много настроено. Он просто будет приезжать сюда и умирать на моих границах. Так, мне нужна авиация. Без оружия здесь делать вообще нечего. Так что, русский, давай лучше дружить. А нас остается еще 10 ходов. 11. Я предлагаю нужно... его дальше продать. Блин, мне тогда надо в стали варенье выйти очень срочно для начала и строить авиацию. Я боюсь, что грек тебя разбомбит. У меня с ним союз. Ну, он скоро кончится. Мы только заключили. Так. К концу игры можно захватить все города противника легко, накопив много ядерных устройств. Просто думаю, мне проекты делать, чтобы быстрее выйти или... Так, ну здесь я вообще не могу ничего, кроме аэродрома построить. Так, а где там еще у меня? Еще в стандартизацию, чтобы мою армию как-то апать. Да, так и знал, что будет нападать на меня.
Немец. Так, возвращаем. Это подлодки будущие. Опять же, маловато их для нормального сопротивления. У немцев куча производства. Вот в чем дело. Так, ну продолжаем. Ну, 558 всего. Продолжаем переть деньги. Здесь ускорение. Неужели в героический век не вы? Ну тут надо Ападан устроить. Так, здесь, видимо, в мобилизацию надо идти. Я не думаю, что мне тут кто-то будет помогать, просто потому что все сейчас будут хотеть просто сидеть в науку играть. Хотя могут помочь, потому что кризис вылезет против меня, против немца. Возможно, кто-то и присоединится. Так. Тогда давайте лучше к немцу посадим и будем перлюстрировать почту у него. Чтобы против него иметь... Не знаю, куда мы тут посадим. Чтобы его армию посадить. Вахин давайте. За что я получил ускорение? А, ну вот, за 15 жителей в Толедо. Сколько мне достали варенья? 3, 5 ходов. Надо бы, конечно, провести проектик. Так, Виктора в Валенсию. Магнуса давайте в Толедо. Ну, рискнул. Не получилось, не дали. А вот индонезийцу дали, все с ним союз заключили. И сиди теперь. Блин, мне бы... Стоп, Буэнос-Айрес перекупить.
счастье. Так. Ну и, наверное, стоит в Бандар-Брюне еще два. Так, чтоб денежки были. Блин, с самолетами, конечно, печаль. Было бы, были бы самолеты, было бы круче. Так, тут он как пойдет своими этими фрегатами атаковать. Ну, не фрегаты, у него тут будут, наверное, какие-нибудь линкоры. Хотя пока у него никаких современных юнитов я не вижу. Но он должен, наверное, танками атаковать. Я думаю. Если он здесь, то где-то тут. Явно в ракетостроении у нас только Фантом вышел, да. Еще получил первый пригород. Так, мне остается 7 очков. Ну, по идее, эти два чуда должны их дать. Так, давайте купим электростанцию. Слушай, Кри, ну ты же в курсе, что я вижу, где твой шпион у меня ворует золото? А если я туда посажу на контрразведку, что думаешь? Да мало всего, 150... Сыва крашнулась. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!